Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Вот интересный мне вопрос задали, значит, Сергей Мартынов. Я, кстати, недавно выпустил ролик, полезно ли ставить автоодеяло. Это когда двигатель заворачивается под капотом, чтобы сохранить тепло. И вот человек мне сразу в комментариях пишет: расскажите про одеяло на аккумулятор. Вот, оказывается, есть и такая фишка, одеяло на аккумулятор. Это для того, чтобы якобы в зимний период времени аккумулятор не переохлаждался, чтобы вы могли легче запустить двигатель в суровых морозах. Давайте разбираться, насколько это полезно. Итак, друзья, одеяло или специальный термический чехол для аккумулятора. Нужен он или нет? Вы учитываете одно. Если вы будете изолировать под капотом свой аккумулятор, то он и прогреваться от двигателя не будет. В подкапотном пространстве все-таки температура увеличенная. И таким образом, когда вы едете на своем автомобиле, ваш аккумулятор также прогревается за счет теплоты именно в подкапотном пространстве. Если вы будете его изолировать, то, соответственно, он и прогреваться не будет. То есть получается так, что если вы завернете свой аккумулятор в определенный этот чехол, или как там одеяло для аккумулятора, как он там называется, не знаю, и поставите в мороз свой автомобиль, он ночью у вас постоит, соответственно, не поможет вам этой изоляции никаким образом. В любом случае он остынет полностью. Теперь вы с трудом как-нибудь запустите двигатель своего автомобиля, поедете, двигатель у вас прогреется, а аккумулятор прогреваться не будет. Вы глушите двигатель своего автомобиля, а аккумулятор у вас холодный. Ну, возможно, там немножко, конечно, он пропустит какую-то все-таки температуру, но такого эффекта, как тепло непосредственно из-под капотного пространства, он не получит, он не прогреется. И вы потом через некоторое время будете опять запускать двигатель вашего автомобиля, а аккумулятор будет крутить хуже, потому что за счет химической реакции он не сможет таким образом прогреться настолько, как бы он получил это тепло просто из-под капотного пространства. Поэтому, друзья мои, мой вердикт – это абсолютная глупость и абсолютная чушь. Ни в коем случае не покупайте эту ерунду. Уж куда лучше именно автоодеяло, которое закроет и двигатель, и аккумулятор, но тепло, которое от двигателя будет исходить, оно дойдет до аккумулятора. И получится так, что ваш аккумулятор будет прогреваться. Ну и, соответственно, запускать двигатель будет гораздо легче. Но это мое личное мнение, а свое вы обязательно выскажите в комментариях под этим видео. Надеюсь, друзья мои, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, дорогие друзья. Всем пока.